Утренний трафик в Хьюстоне. Еду на разгрузочку, ребята, скидывать предпоследнюю машину и собирать то, что есть. 9 часов утра. Стоим. Ребята, разгрузка произошла. Вон на Toyota. Вот. Сейчас буду подтягивать автобус ниже. Чтобы нормально было. Вот, опущу этажи. Так, я запарковался здесь. Мол. В общем, работаем. Вот такую вот машину я скидываю, ребята. Toyota 4Runner. Идет с Массачусетса. И мятина в ней, работает крышка бака. Вот так она смотрится. Большие мятинки, царапинки. Тысячи третий год, Тойотка.
там в салоне. Все дела. Верой и правдой уже отслужила она. Лет 13, да? GPL-система. Такая лимитованная, с люком, со всеми причиндалами. Вот кто-то ее в Техасе купил для себя. Нормальный такой аппарат. Клиенты долго не едут. Пойду-ка я, наверное, разберусь с этим автобусом. Надо мне его все-таки гораздо ниже спустить. Если я буду по Нью-Йорку ехать, то будет no good. Машиночку и далее. Смотрите, какой красивый фонтан здесь. Море, класс. Автобуса выгрузить, загрузить субарбаны и автобусы назад. Жду машинку, ребята. Забираю, покажу, какие здесь домики прикольные. Смотрите, как близко друг к другу. Такой апартмент комплекс. С гаражом такой, кирпичиком обложенный. Райончик этот бедненький уже, не как Урланс. Так нормально здесь, спокойно, тихо. Так, я здесь забираю тачку. Вон мой тачок стоит с этими карговенами. Сейчас их буду вытаскивать. Как бы я ни тянул, короче, их на низ, даже если колеса спустить очень высокие, надо бы их назад ставить. Вот на таких пикапчиках ездят. Это, видно, на продажу стоит или чистят. Сейчас здесь Ford F-150. Какой-то, я не знаю, года 4-го. Может, это не то, что я забираю, просто тут стоит на паркинге. Я решил показать. Сколько он стоит? Я даже не знаю. Но думаю, 1008-10, может. Такой тачок будет стоить, а может и меньше.
Такой полноценный диван сзади. Сидушки такие чистенькие, классные. Здесь как... Вот они на аукционе купили, наверное. Сейчас продают. Пошла небольшая перегрузочка, ребята. Снимаю автобусы сейчас туда. Закину субурбика, которого забрал. Сейчас покажу. Вот такого вот драндулетика я забрал, ребята. Шевролет Субарбан, 2004 год. Куча царапин, вмятин. Да и т.п. короче. Крутой, ничего себе, поворотнички, зеркала. Субарбанчик. Тоже думаю, штук за 7, за 6 его приобрели. Он не новый, пробег на нем. Вот это вот салончик кожаный, все дела. На руле все эти приколы есть. Люксовый, короче. Вот эти переключения полноприводные, очень легкие. Полностью. На электропакет, CD, радио, климат-контроль. Короче, лейаут у него классный, мне нравится вот этот салончик. Передок очень такой комфортно смотрится. И, конечно, место здесь куча. Это такой тут типичный американский семейный внедорожник, если его можно так назвать. Но он полноприводный, значит, внедорожник. Более на автобус похож изнутри. Вот такой вот машин. Все, Субарбан стоит. Идем грузить бусики. Тут их надо будет на край сейчас самый грузануть. Субарбанчик залез отлично. Встал, высота хорошая. Надо взять документы, проверить. Какой автобус в Нью-Йорке первый скидывается, какой второй, чтобы загрузить, так как уже положено. Так, 114-325, ВИН номер, идет Staten Island, скидывается первым, значит его последним грузом. Чекаем. 113-621 скидывается вторым, поэтому он идет на загрузку первым, он идет в Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Окей. Заезжаем на первом. Бусики. Раз они такие у меня манюхонькие, эти автобусы. 1500. КПП. Давай закинем первого. Сейчас посмотрим, до куда он дойдет. Так. Этот немножко дальше прогнал, чтобы посмотреть, сейчас еще назад сдам. Вторую сюда поставлю.
смотрите, стройка такая. Мекс. Все деревянное, представьте, конструкция, как в старину на Руси. Объезжать тут надо этих оленей. Вау, тут ветка. Ехать нету, короче, жду. Еду, проведаю, друзей. Там тормоза потянули, наверное, уже прогрессы и все. Я у Мексов, поменяю масло, подтяну тормоза, все прошприцуют, проверю ходовую передок, может, на трейлере тоже, только я здесь, жду машину последнюю. Заехать, они тут уже украшают на Новый год, на Рождество. Прогрессовали чуть-чуть. На рулевую колонку проверить. Уже фильтр полный надо менять. Хьюстон к празднику готов. Вообще молодцы. Лампочки моргают.
ребят, вот он мой груз. Все тачки беленькие, как видите. Белый трак, белые машинки. Только трейлер черный. Забрал Toyota Highlander 2009 года выпуска. Вот такая вот Toyota. В этот раз у меня вместо 5 машин 4. Пятая никогда в жизни сюда не залезет. Поэтому есть то, что есть. Как говорится, маемо то, что маемо. Маемо, шо маемо. Два баса, бусика. Toyota Highlander и Chevrolet Suburban. Все. Первый старт Нью-Йорк. Staten Island. Потом Long Island. Где испытываются эти два автобуса. Вот, ну потом эта машина и Main идет. Toyota. Вот такие вот планы рабочие на ближайшие дни. Ну, в общем, вот так вот выдвигаемся назад на северо-восток. Еще раз, ребята, с другой сторонки посмотрим такую вот красоту, которую здесь нарядили в районе Хьюстона. Очень круто, конечно, понравилось. Все, направляю все, короче, в сторону Нью-Йорка. Сейчас, думаю, сегодня проеду еще часок-другой и на покой. А уже завтра целый день, думаю.
Сергеев, качусь. Вот так вот красиво все это смотрится. Вечерком такой розовый закат. Горы Апалачи или Smoky Mountains. Классно вообще смотрится. Большой трекстапчик недавно, здесь он поменьше был, хотя один из самых больших все равно. И достроили там и кафе, и пару ресторанов каких-то пристроили. Паркинг тут громадный, конечно, здесь, наверное, на 500 паркингов, я думаю.
уже вот тут и есть паркинг. Thank you.